Десногорске 66 замещающих семей, в которых воспитываются 73 несовершеннолетних ребенка. В координационный совет входят представители органа опеки и попечительства, отдела социальной защиты, сотрудники медицинских учреждений и правоохранительных органов, руководители комитетов по образованию и культуре. Все они осуществляют регулярный комплексный контроль за указанными семьями, следят за соблюдением законных интересов и особенно имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Органы опеки не только контролируют жизнь детей в приемных семьях, прежде всего они готовят каждого для совместной комфортной жизни. На протяжении всего времени они оказывают психологическую поддержку всем членам замещающей семьи, стараются привлечь больше семей для устройства детей-сирот и пропагандируют положительный опыт тех, кто успешно воспитывает приемных детей. На таких заседаниях обязательно присутствуют родители из замещающих семей. Их опыт – самый ценный материал для обмена и корректировки всей системы сопровождения таких семей.